Здравствуйте, меня зовут Виктория. Сегодняшний наш видеоролик посвящается гидроконтроллеру торговой марки «Алка». Итак, перед вами гидроконтроллер. Очень удобная вещь. Устанавливается она у нас на все насосы торговой марки «Алко». Сейчас у нас на наномодели Jet 3000. Итак, этот контроллер служит для автоматического включения и выключения насоса. То есть включаете насос, устанавливаете его там в своей скважине или в колодце, и чтобы не бегать при включении воды, данный гидроконтроллер автоматически сам включает и выключает насос. Так, подключается он у нас легко, устанавливается вот так вот сверху, довольно-таки небольшой, оснащен у нас манометром, показывает рабочее давление. Агрегатируется он со всеми насосами «Алка». Итак, тут у нас загорается панель, включение, выключение. То есть очень удобная штука. Вот он, у нас выбиты все технические характеристики. Небольшой такой. Выполнен он из пластика. Очень такая нужная вещь. Звоните в компанию «Электромотор», торгуйтесь. 5-3-0-3-8.